пресс-конференция «Управление современным складом», проведенная компанией «Axelot» в Москве, продемонстрировала рост интереса профессионального сообщества к оптимизации и автоматизации складских процессов. Сейчас многие компании идут в электронную торговлю, автоматизируют свой офлайн-бизнес, выводят его онлайн, но в основном делают этот опор на вручную. Рано или поздно, при достижении определенных объемов, они столкнутся с тем, что их, скажем, оптовая торговля никак не подходит под то, что они сейчас пытаются делать, никак не подходит под онлайн-бизнес. И в любом случае, рано или поздно они столкнутся с тем, что либо им придется уходить фулфилмент-оператором, либо им придется автоматизировать склад, но автоматизировать его по-другому. Поделиться опытом, познакомиться с экспертными мнениями и новинками складского оборудования приехали генеральные коммерческие и IT-директора, начальники складов, руководители сервисных служб и многие другие специалисты. Люди стремятся сокращать издержки. Это их жесткое стремление. И их интерес к складской логистике – это скорее вынужденный во многом интерес. Им нужно оставаться конкурентоспособными. Они вынуждены изучать технологии, вынуждены внедрять эти системы. Рынок ВМС-системы, он растет быстрее, чем IT-рынок в целом сейчас. Ну и, конечно, чем там ВВП в нашей стране в принципе. Да? То есть это рост там, 30% в год. Это, мы считаем, даже не очень быстрый, то есть такой хороший рост. Большой интерес слушателей вызвал доклад голландского эксперта в области складской логистики Йеруна Ванденберга. Он был посвящен оригинальным методикам оптимизации складских процессов и гармоничной интеграции склада в цепь поставок, с тем, чтобы его работа максимально способствовала укреплению конкурентных позиций компании в целом. Я думаю, что вы в России увидите те же тренды в развитии логистики, что и в Европе. С точки зрения развития технологий, вы увидите рост популярности голосового отбора, как это было у нас 2-3 года назад. Тогда рынок захлестнула огромная волна популярности voice picking, и множество компаний, особенно в ритейле, начали использовать эту технологию. Произойдет стандартизация ВМС-систем, так как все они постоянно изменяются, чтобы соответствовать требованиям своих пользователей. Активное развитие получит многоканальные системы. Люди, с которыми я общался в ходе конференции, увлечены логистикой и обладают глубокими познаниями в этой области. Поэтому я думаю, вы можете существенно продвинуться вперед в ближайшие годы. Я уверен в будущем логистики в России. Большой интерес вызвала тема ноу-хау в сфере мобильных решений, таких как центры управления и ручные компьютеры, приложения для работы с данными и технология voice picking, беспроводное видео и другие инновации, предназначенные для оптимизации работы склада. Исходя из комментариев наших клиентов и результатов исследований рынка, которые мы проводим, можно смело утверждать, что число складов во всем мире будет расти, а их площадь увеличиваться. Это говорит о необходимости инвестировать в инновационное развитие и автоматизацию складов. Мы ожидаем, что в складской логистике будут более часто использоваться сканеры, мобильные компьютеры и другое оборудование на базе беспроводных технологий. Конференция регулярно проходит в столице и регионах, а также в странах СНГ. Анонсы всех мероприятий публикуются на сайте компании Axelot.